Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами наконец-то снова играем на Ли Чесе. Обычно мы с вами играли в последнее время турниры, но надоели они мне. Хочется уже просто в партиечки поиграть, потому что в турнир с какими-то слабыми соперниками, как правило, играем. Здесь у меня все-таки... Здесь в простых партиях играем, как правило, с рейтингом у кого 2000 и более. Мы в последнее время играли 5 плюс 0. Давайте попробую сократить. Не знаю, получится или нет. Я все-таки люблю думать. Но я попробую играть побыстрее. Сыграем с контролем 3 плюс 2. Может. Но попробую. 3 плюс 0 пока боюсь. Тяжело мне. Так, кого нам дадут? Ну, нормально. Хороший соперник. Поехали. Что-то думаю долго. Человек, если играет d4, c4, должен эти ходы выдавать мгновенно. Так, модерн бинони у нас. Да, слон g7. Так, какой бы вариант сыграть? Ну, слон d3 он должен сейчас играть. Но конь e2 тоже есть. Конь e2, такой ход есть. Надо вспомнить. Давно со мной такой никто не играл. Может h6. Не уверен насчет этого хода. Давайте h6, ладно. a4. По-моему, здесь надо конь d7. Будет слон d6. Ох. Забыл я эту теорию. Так. Ладно, давайте ферзь e7. Нету особого времени вспоминать тут. И теперь конь d7 пойду. Может, ферзь на c7 лучше было ставить. Как-нибудь вот так вот расположимся. Так, f4 хочет, да? Хочет f4, хочет f4. Что мы можем ему показать? Я вижу ход g5, f4 съели, съели. Слабые поля какие-то и у него, и у меня, но давайте. Задумался. Сюда. Ну, съедим. И конь e5. И, может, на g6 отойдем. Нам теперь надо на поле f4. Слон c3 есть, но тут пешка на d6 плюсается. Ну, пока нет, значит нету. Хотя с другой стороны, слон c3, bc, слон f3. Ладно, проехали уже. Сюда. Можно слон g5.
Слон f5, за него неплохой ход есть. Он съел, я съем. Сюда. Ферзь f6 хочу. Можно? Можно. То есть хочу всеми силами на f4 попасть. А не конец есть, если вдруг что. Ну, пошли. Или ферзем. Размен ферзей выгоден? Мне кажется, выгоден. Слон должен быть здесь сильнее коня. Отойдем. Че, мне f4 хочешь, что ли? Пока так. Пешку надо защитить, поэтому ладья c7. Теперь уже слон c3 угроза есть. Да, он это видит. Да, логично. С его стороны все логично. Слона сюда поставим. И c4, да? Погнали. Так, а съесть я могу? Так, ладья b5 есть? Вроде есть. На b2 угрожаю, шахом съесть. И потом на b6. С лишней пешкой будем. b3 за него есть, да? Но у нас две проходные связаны. У него, в принципе, тоже неплохие пешки. Ну, посмотрим, чем это закончится. Мне кажется, у черных лучше. b3, ладья b6. bc, шах, потом другой ладьей на c5. Шах будем давать. Ну да, давайте разменяем ладьи. Или он уйдет королем, не знаю. Как поступил, ушел. И ладья c5. Ладья в виде блокатора выступает теперь. Можем не реагировать. Можем просто защитить. Так. Наступает. Можем вернуться ладью. В принципе. Давайте вернемся ладьей, подтянем короля. Надеюсь, получится. Сейчас ладья один какой-нибудь. Противный. Нет, он тоже короля подтягивает. Он подтягивает короля. Давайте. Что-то мне моя позиция уже не нравится, честно говоря. Хотя совсем недавно, я думал, у меня лучше. Ну, сейчас, чтобы шахи были какие-то сбоку. Так, это он, наверное, зря. Рановато, мне кажется. Это дает нам какие-то шансы. b5, может. Так, надо подумать. Ага. Так, нету времени думать. Ладно, съели. Шах. Шах. О, спасибо за ладью. Так, выиграли. Да, непростая партия была. Так, мы сегодня много играть партии не будем. Не знаю. Сыграем еще одну или, может быть, две. Посмотрим.
Не хочу это просто все растягивать на много партий. А то жаловались, что у меня слишком большое видео по играм. Так, это, по-моему, с тем же самым, да? Как-то я не запомнил. Пишет, что у меня было проби. Может быть. Может быть. Что, испанскую? Давайте испанскую. Маркировку сначала взял. Так. А4 защитим. Конь c3. Пойдемте опять, чтобы конь опять не было. Ну, в целом позиция неплохая у нас. Ну и у соперника нормально. Уж на e3 стоило встать, чтобы он коня 7 никаких не делал. Слон a8 защитил свою пешку. Ферзь e1. Пойдем. А пойдем. Ну, по-моему, пешку мы выиграли, да? Если она не так много здесь, значит, надо съесть. Сидим здесь, наверное, да? Или отойти? Что стоит отойти на f5, например? Давайте отойдем. Так, еды, еды. Съели, ладья b5 там какие-то. Может, это и не страшно. Но давайте отойдем. Хотя, с другой стороны, сейчас, если я съем на e7, у нас будут разнопольные слоны, это только ему на руку. Может, не стоит тогда его есть. Пускай сам съедает. С другой стороны, у него неплохая пешечная структура будет. Как поступить? Зритель, как ты считаешь? Напишите в комментариях, как вы думаете, как здесь надо играть. О, я не знаю. Я съем. Наверное, неправильно. Не, неправильно. Надо было съедать на Е7. Давайте сейчас, может, лучше съем на e7 шахом. Ему надо было съедать или ферзь g5 выходить. Так, f4 что-нибудь дает. Съели, съели, съели. Ферзь e4, надо защищать. Сюда. Вообще непонятно, что это дает. Это глупости. Давайте сыграем, ладно. Играем остро. Пешки отдаем. Лишнее есть. Не страшно. Так, конечно, никогда не делайте, как я.
Я толком не посчитал, ничего не знаю. Сейчас под D5 попадаю. Ужас. Ой, натворю я делов. Как-нибудь так. Наверное. Что я делаю? Проходная теперь. Ой, дурак. О. Я молодец, что сказать. На самом деле не все так плохо, мне кажется. То есть, что у нас? Я без пешки. На 6 здесь могу съесть. Он съедает, съедает. Так, понятно. Если я... Где P6? Ладья B6. Конечно, съел, съел. Ладья B5. Я DC. Ладья B6. С лишней пешкой. А, ну я c5. То есть я от этого я избавлюсь. Он с лишней пешкой остается, да. Понятно. Пишет снова. Проиграно снова. Да я не спорю. Наверное, проиграно. Но давайте проверим. Три против двух это не проиграно. Nope. Но я могу проиграть. Я талантливый. Я буду нападать на пешку, мне тут что. По теории 3 против 2 не проигрывают. Вот 4 против 3 проигрывают. Ему надо король g5 и король h6 идти и закрываться пешкой. Решил пешку отдать. Ну, съем. Проблем никаких. Тут уже, мне кажется, любой может сделать ничью. Шахуем, шахуем. Я на победу не претендую. Да. Ну, теоретическая ничья. Да. Ну-ка. Мне кажется, мы упустили победу. Так, анализ, да? Где у нас? Съели все. Так. Ферзь 7, слон c3. f5 съели, съели. f4. Глупость. Вот я чувствовал, что это неправильный ход. Но почему я его сделал? Вообще не понимаю. Я вам и сказал то, что не повторяйте такие ходы. У нас лишняя пешка. Позиция у черных, конечно, более активная. У них компенсация есть, это бесспорно. Нам надо f4. f4 мы проведем, у нас отлично. Так логично же, пойти ладья a4. Почему это я после партии только вижу? Теперь ладья контролирует эту линию. Мы можем пойти f4. Логично, что черная ладья здесь, ну, в данный момент уже нет смысла ей ставить. Она должна пойти на f8. Заодно снова мешает провести f4. Но, по-моему, мы можем провести сейчас. Или нет? Дайте посчитать. Ну, у меня любопытство такое, конечно. f4, правда, без угроз. Тут же связка. Ладья под связкой находится. Но мы можем ладью на f3 поставить. Значит, смотрите. Пешкой брать нельзя. Здесь ладья уже идет на e4. Теряется слон. На f6 защищаться нельзя. Слон держит под контролем это поле. Единственное, ладья e8. Тогда мы
пешку легко отыграли. Ну, либо это, либо другой ладья. Там надо подумать. Так, а если он берет ладью? Мы съедаем. Пешки снова убрать нельзя. Надо съедать ладьей. Съели, съели. Ферзь Е4. Висит пешка. Тут связка. Ферзь F7. Логично, по-моему. Но тогда у нас появляется ферзь А8. Шах. Надо закрываться. Съедаем пешку. Позиция выиграна. С такой проходной. Вот. F4 идею я видел, но исполнение далеко не самым лучшим образом. Надо было ладью на А4 подвести. Да. А после F4 здесь вот D5 находится. Вот этот ход. После чего позиция крайне тяжелая, но не проиграна. C4. C4, в принципе, правильный ход. Ему надо открывать линии, чтобы добраться вот до этих пунктов и провести пешку к ферзи. То есть, ладья B6. Надо перекрываться. Он должен есть сюда. Все правильно. Но здесь ему надо было где-то избрать вот такой план. Королем сюда. Я ладью сюда. Королем так. Я бы ладью уже бы не стал давать шаг. Ладья бы здесь осталась. Наверное. Я бы, может... Подумай, что я бы сделал. Может, H4? Наверное, H4, чтобы G5 не было. Чтобы другая пешка не защищала эту пешку. И король отойти не может. Ладья G7. Ну, позиция все равно ничейная. 3 против 2 это ничья. Единственное, надо, конечно, белым правильно играть. То есть я хочу пойти следующим ходом ладья F7. Ее сюда поставить. И нападать на пешку. Отвлеку ладью. Ладья должна будет ее защищать. И тогда мы спокойно подводим короля на поле G4. Ничья. О. Ладно, давайте заканчивать. Сегодня сыграли 2 партии с одним и тем же человеком. 1.5 на пол в нашу пользу. В целом неплохо. Скоро для вас будут открыты новые разделы. Я на этой неделе этим займусь. Думаю, что на этих выходных, максимум в понедельник, откроются новые разделы, новые плейлисты у меня на канале. И увидите много чего интересного. Плюс, также, я предлагаю всем зарегистрироваться на lichess.org, кто хочет. В ближайшем времени, пока не скажу когда, еще пока не знаю, я здесь устрою сеанс. Смотрите, здесь есть сеанс одновременной игры. И можно будет сыграть сеанс. То есть, тут контроль времени. Ну, сразу скажу, я поставлю себе 10 минут. Без всяких добавлений. Цвета рандом. И все мои подписчики, я вам скажу, когда именно я буду устраивать данный турнир. И у кого будет желание, можете в конкретное время, когда будет известно, прийти и сыграть против меня партию по 10 минут. На этом все. До новых встреч. Всем пока.